В канун 75-летия Победы в Щелкове перед домами ветеранов Великой Отечественной войны появились новые кусты сирени. К акции по высадке кустарников присоединился временно исполняющий полномочия главы городского округа Андрей Булгаков, который лично принял участие в посадке растений. Помогали ему в этом деле волонтеры Победы. Места выбраны не случайно. Новую сирень специально посадили так, чтобы ее из окон могли видеть ветераны. Саженцы привезли из пушкинского питомника декоративных растений. Молоденькие кустики принялись в рост у дома номер 6 по улице Комсомольской. Иван Михайлович Пустынников с супругой Александрой Ивановной наблюдали за посадкой с балкона своей квартиры. Пожилая чета соблюдает самоизоляцию, оставаясь дома. Участнику войны в этом году 94 года. Встал на защиту Родины с первых дней Великой Отечественной. Освобождал Румынию, Венгрию, Югославию. Встретил победу на Втором Украинском фронте 182-го гвардейского минометного полка. Я вам еще позвоню. Хорошо? Так всего хватает, все есть? Ну еще позвоню, еще приедем к вам. Андрей Булгаков уделяет большое внимание ветеранам. Именно просьба участников войны побудила его присоединиться к акции. Ко мне обратился представитель Совета ветеранов городского округа Щелково с той целью, чтобы провести вот такие памятные мероприятия рядом с домами, где в Щелково живут ветераны, и высадить в том числе и сирень. Наша молодежная организация «Волонтеры Победы», и мы это начали уже сегодня делать. Высадка кустарников состоялась 6 мая, накануне безоговорочной капитуляции Германии. Ветеранов в Щелковском городском округе более 1500 человек. Это участники войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей. В этом доме живут 10 ветеранов, из них двое участников войны и 8 тружеников тыла. В доме номер 2 по улице Талсинская проживает 6 тружеников тыла и 2 участников войны. Здесь Андрей Булгаков и волонтеры также высадили кусты сирени. Через несколько лет зацветут ее душистые гроздья. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.